Сегодня 22 июля. При Екатерине II Самарский край претерпел ряд административно-территориальных изменений. Указом Сената от 22 июля 1773 года Самара стала безуездным городом. Она была исключена из состава Казанской губернии и включена в Оренбургскую. Самарский уезд был передан в ведение Сызранской воеводской канцелярии. Впрочем, в скором времени, в 1775 году, Самару вновь приписали к Казанской губернии. А в 1780 году указом Екатерины II было учреждено Симбирское наместничество из 13 уездов. Одним из уездных городов стала Самара. Здесь, с ведома императрицы, были открыты уездный суд, уездное казначейство, городское правление и магистрат. 22 июля 1906 года сызранцы обсуждали последнее происшествие. В доме некоего купца Малышева, жителя поселка Закрымза, от неосторожного обращения с огнем, кажется, при варке варенья, случилось возгорание. После этого незадачливые повара так и не смогли своими силами потушить бушующее пламя. В итоге купец остался и без варенья, и без дома. 22 июля 1894 года в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Автомобили ехали с Парижа в Руан. Это целых 120 километров. И мало кто надеялся, что они доедут до конечной цели. Поэтому гонки эти назвали «проверка надежности». Первым до Руана доехал паровой трактор. Но жюри не стал рассматривать его успех. И победу присудили автомобилю фирмы «Peugeot». 22 июля в 1596 году родился Михаил Федорович, русский царь, основатель династии Романовых. Сегодня день, когда родился Семен Туманов, кинорежиссер, снявший фильмы «Алешкина любовь», «Ко мне Мухтар». 22 июля поздравление с днем рождения принимает Григорий Файн, джазовый исполнитель, пианист, композитор, аранжировщик, член Союза композиторов России. Французская певица Мирей Матье стала символом целой эпохи. Очаровательная Мирей, которую называют послом французской песни, родилась 22 июля 1946 года. День имени отмечают Александр, Кирилл, Андрей и Михаил. 22 июля, в день Панкратии, Кирилла издавна на Руси по традиции пробовали первые огурцы, собирали чернику. Но времена изменились, и уже сегодня, благодаря супермаркетам, огурцами и черникой можно баловать себя круглый год. Хорошего дня и до свидания!